Кстати, предпраздничную акцию провели и городские инспекторы ДПС. По уже сложившейся хорошей традиции, дамы в погонах собрались в центре Новосибирска на площади Ленина и поздравили мужчин-автомобилистов. Здравия желаю ГАИ города. Поздравляет вас с наступающим праздником 23 февраля. Желаю здоровья крепкого. Соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. Обязательно. Всегда пропускайте женщину на светофоре. Следите за здоровьем своим и карбюратора. Уступайте дорогу блондинкам на розовом авто. И умейте заводить не только двигатель. Памятку с такими шутливыми правилами сегодня вручили новосибирским водителям. Большинство автолюбителей при остановке настораживались. Сразу доставали документы и судорожно вспоминали, когда и что нарушили. Но как только читали, что написано на открытке, настроение сразу улучшалось. Согласны? Полностью с ними согласен. Почти у всех автомобилистов, с которыми сегодня удалось пообщаться нашей съемочной группе, многолетний стаж вождения. И все как один уверены, самое опасное на дороге – это пьяные лихачи. А как думаете, кто лучше водит, мужчины или женщины? Ну, это зависит от опыта, наверное, понимания. Начинаем. Конечно, мужчины. Почему? Ну, так принято. Я думаю, что все водят одинаково, все в зависимости от стажа вождения и от периодичности, ну, нахождения за рулем. А супруга, как ваша считает, кто лучше водит? Мужчина безопаснее.